Несколько дней пользователи социальных сетей бьют тревогу. Якобы в Южной Осетии невозможно приобрести медицинские маски. Их раскупили на фоне сообщения о вспышке коронавируса во множестве стран, в том числе и в соседней Грузии. Наша съемочная группа обошла практически все аптеки города. В большинстве из них, в том числе и государственных, они в достаточном количестве, причем по доступной цене. Добрый день. Есть одноразовые маски? Да, конечно, есть. В достаточном количестве? Ну, вроде да, сейчас да. А цена на маски повысилась? Ну, чуток да. Каждый сезон повышается цена, в сезон простуды. А в какую они цену? По 10 рублей. 8-10 рублей. В нескольких аптеках действительно наблюдается снижение количества медицинских масок. Однако, как утверждают провизоры, такая картина наблюдается каждый год в связи с сезонными заболеваниями. Некоторые фармацевты ссылаются на отсутствие товара у поставщиков на складах. Однако, по их же словам, на днях запасы пополнятся. Завтра мы ожидаем привоз медицинских масок. Цены на них завышать мы точно не собираемся. Цена одной маски, как и прежде, будет в пределах 5-8 рублей. В Министерстве здравоохранения Южной Осетии сообщили, повода для паники нет. В резерве у них достаточное количество масок. В случае необходимости их получит каждый житель республики. Стелла Бязарова, Рауль Кочев, Зарема Арсоева. Информационный выпуск сегодня.